Молодец, Аврора пришла посмотреть на кружку ручной работы, которую я вам показываю в мастерской. Концепт, морская тематика, старые карты. На ручке кружки сидит вот такой морской конек из жемчужной глазури. Внутри разлива зеленого. Аврора, на меня! Приходится ликвидировать тявканье Авроры, потому что она тут не ценитель прекрасного. Вообще ни разу не ценитель. Скажи, Аврора, тебе нравится эта кружка? Говорит, осень нравится. Я бы из нее каждый день лакала. Но это для людей, не для собаков. Вот такая кружка с концептами старых сказок. Терра инкогнита. Лодки, левиафаны, морские звери, чудовища, воронка. Ну, такой хват восьмеркой. Подойдет для... Ну, не очень, я бы не сказала, это праздничная кружка. Но, в общем, удовольствие одно ей пользоваться будет наверняка. Аврора там продолжает подавать голос, поэтому, наверное, я завершу наш эфир. Оценить кружку по достоинству сможете в моем магазине. Надеюсь, вам понравилось видео. Пока!